друзья ютуберы. И сегодня у меня случился... Как это описать? Наивысший праздник. Я даже в это поверю. У меня набралось 1000 подписчиков. Да, 1000 подписчиков. И я хочу рассказать вам о своем Новом Годе. Что у меня будет на Новый Год? В честь того, что у меня будет 1000 подписчиков. Завтра мы делаем с ними массовый выпуск. Как вы думаете? Насколько... Какой самый крутой подарок в Новом году? Вот у меня самый крутой подарок в Новом году будет. Ребят. Мешок конфет. Ребят, угадайте. Котенок. Нет. Котенок у меня есть, ребят. У меня будет, во-первых, новая комната, в которой я сейчас сижу. А во-вторых, ПК. Ну и в-третьих, там, я уже могу брать мёрфы. Как бы крутые, между прочим. А еще Егор изменить решил свою жизнь, да, Егор? Да. Круто. Очень круто, ребята. Так как мои видео набирают 1000 просмотров, что я вам после видео покажу? 1000 просмотров. Больше 1000. Да миллионы они вообще набирают просмотров. То я все-таки... Что можно крутого снять, чтобы было интересно всем моим 1000 фанатов, я не знаю, фанаты, подписчики. В общем, называйте как хотите, ё-моё. Главное, что будет все. Вот это то самое чувство, которое набирает, во-первых, 10 подписчиков, радость, потом 100, потом 1000, потом 100 тысяч. Потом 10 тысяч, потом 800 тысяч, потом миллион, потом 2 миллиона, потом 8 миллионов, 12 миллионов и миллиард. Вот так. А я на 1000. А, я забыл. Еще 10 тысяч праздник же, да. 10 тысяч праздник. Ну, 10 тысяч, если я 1000 набрал за такое время, то... В общем, ребята, спасибо вам за поддержку. Спасибо всем хакерам.